Всем привет, вы на канале Industrial Tool. Сейчас я нахожусь на стенде компании Deli, и представитель компании расскажет о своей продукции. Добрый день, меня зовут Артур. Позвольте представить вам продукцию компании Deli на выставке MITEX 2023. У нас 5 основных направлений. Если мы посмотрим на тот стенд, можете увидеть, это наш ручной инструмент, изготовлен из высококачественных материалов. В большинстве своем это или высокоуглеродистая сталь, либо хром-ванадиевая. Вот, все рукоятки сделаны в одной стилистике, в одном дизайне. И в большинстве своем, опять же, покрыты резиновыми вставками для удобства работы. Здесь вы можете увидеть нашу желтую серию. Это DIY-сегмент. Закрыты практически все товарные категории. То есть есть и перфораторы, УШМ-ки, есть силовое оборудование, инструмент по работе с деревом, такие как фрезеры, лобзики, дисковые пилы и прочее. На данном стенде хотел продемонстрировать нашу новую серию. Это черная серия, профессиональная. Это самая свежая, она только-только вышла. В продажу поступит, значит, сетевое оборудование приедет до конца года в декабре, а аккумуляторное в первом квартале 2024 года. В данном инструменте использована технология собственной разработки компании Deli – ультрамотор. Это при сохранении мощности и работоспособности уменьшен более чем на 20% корпус. Шуруповерты бесщеточные. Да. Вот. Будут представлены 3 модели перфоратора. Здесь одна, и на демонстрационном стенде у нас еще 2 модели поменьше. То есть, скажем так, мини, средний и большого размера. Вот. Гвоздем программы является Home-серия. Это инструмент также для домашнего пользования. Есть как в наборах 8 предметов, 6 и 4 предмета, так и все по отдельности. Отличительной особенностью данной серии является ее дизайн и soft-touch пластик. Очень приятный на ощупь, очень удобно им работать. Хочу продемонстрировать наш молоток. Такой, вроде бы с виду игрушечный, но по факту выполняет свои функции на все 100%. Вот это также новинка, только что поступила, в следующем году поступит в продажу. Это та же Home-серия, но в пластиковом кейсе вот такую систему хранения придумали. Вот так выглядит в сложенном виде, вот здесь вы можете посмотреть в разложенном виде. Можно будет в будущем комплектовать так, как нужно пользователю. И на данном стенде мы можем увидеть наше садовое направление. Вот это тоже все новинки, только-только поступили. Очень большое количество пистолетов для полива, пилы по дереву, много секаторов, ножницы, ножовки, шланги и также электро- и бензооборудование. К сезону у нас будет около 7-8 артикулов разных триммеров. Будут бензопилы, цепные пилы электрические и многое-многое другое из садового оборудования. Ну и здесь вы также можете увидеть околоавтомобильную тематику. Трещотки, разводные ключи, в том числе больших размеров.